Курской области принято достаточно защитных мер. Их вводили еще в рамках действия желтого уровня террористической опасности. Из дополнительных только усиление охраны объектов инфраструктуры и образования. Ограничений на передвижение курян нет. Все задачи по управлению регионом продолжаем решать в рабочем режиме, но будем больше внимания уделять вопросам безопасности и работе промышленности на нужды армии. Прошу не волноваться и сохранять бдительность. Губернатор также отметил, что частичная мобилизация в Курской области, как и в других регионах страны, проходит не безупречно, но каждую жалобу держат на личном контроле. В целом, сумма затрат на цели, связанные со специальной военной операцией, в Соловьином крае превысила 1 миллиард рублей.